Демонстрация техники ударов ногами в прыжке на месте. Сзади расположенной ногой. Для всех этих ударов характерна следующая деталь. Толчковая нога или разноименная ударной ноги нога должна резко сгибаться и подтягиваться к области паха. Круговой удар с разворотом на 360 градусов изнутри наружу. Наносится внешним ребром стопы. В боевом варианте этот удар